Всем привет, друзья! Канал Арбатом. С вами город Аланья, район Демирташ. Друзья, после этого уже кто захочет получить тюркское гражданство, теперь 500 тысяч долларов. Раньше было за 250 тысяч долларов ограничение, теперь 500 тысяч долларов, так что кто собирается получить тюркское гражданство, уже объявили, уже есть такой официальный новости. Теперь, если вы хотите получить тюркское гражданство, вам нужно просто минимум за 500 тысяч долларов купить недвижимость. Так что добро пожаловать в Турцию, друзья. Это еще дальше, я думаю, что еще будет дорожать, потому что я раньше тоже говорил, всегда не будет за 250 тысяч долларов турецкое гражданство. Если вам нужна более подробная информация, как можно турецкое гражданство получить, друзья, можете к нам, ко мне обращаться. Под видео есть наши контакты, пишите, звоните. Короче, сейчас мы с вами в район Демирташа находимся. Отсюда недалеко наш новый аэропорт. 20 минут отсюда ехать недалеко. И есть вот такое огромное большое парковочное место. Есть беседка, друзья. Вид на гору, вид на море. Здесь есть одна вторичная жилья. 139 квадратный метр на третьем этаже с мебелью, с бытовой техникой продаются. В самом деле, друзья, здесь тихо, спокойно. Все, городская инфраструктура тоже отсюда недалеко. Есть рядом школа, есть здесь продуктовый магазин, есть здесь аптека, поликлиник. Тоже много людей еще про район Демирташ не знают. Но в самом деле здесь район тоже уже развивается. Новая стройка здесь тоже. Место очень хорошо, и отдельно кухня еще, это тоже важно, друзья, есть еще место, гардеробная комната, друзья. Короче, давайте теперь мы с вами, что случилось, не oldu? Her şey yolunda, tamam. Теперь поедем, посмотрим и там продолжаем. Вид на гору, вид на море, друзья, вид... Балден, на самом деле, ужасно красивое место, район Демирташ. Еще раз напоминаю, друзья, отдельно кухни, как раз мы здесь, где кухня, в этом балконе с вами, здесь французский балкон, и качество тоже очень хорошее, в самом деле, давайте оператор место меняем, вот так, чтобы отсюда видно было, отдельно кухня, ламинат есть, и бытовая техника, все как есть, она так продается. В самом деле, цена тоже очень хорошо, цена тоже очень хорошо. Между прочим, друзья, мы скоро будем в Казахстане, будем Казахстан или Казахстане, Казахстане будем, Караканда, Нур-Султан, Алматы будем. Если из вас кто-то захочет с нами встретиться и поговорить, если вы хотите своей жизни менять хорошую сторону, если вы хотите жить возле Средиземного моря, друзья, вот так. У вас есть такой шанс с нами встретиться и поговорить индивидуально, друзья. Индивидуально можем с вами встретиться и поговорить. Под видео есть мои контакты, пишите, звоните. Так что все будет хорошо, казахстанцы, не переживайте. Есть здесь вот такой булашек макинесе. Как будет по-русски? Булашек макинесе. Булашек макинесе. Булашек макинесе, посудомоечная машина, посудомоечная машина, вытяжка, вот это все выходит стоимость, по-белиски снимай аппарат, есть еще чайник даже, практически новый, здесь мало жили, 2 недели, 3 недели жили, практически новый, духовка, есть еще микроволновка, друзья. Есть еще холодильник, видите, она практически новая, чистая, уютная, хорошая квартира. Это отдельная кухня. Есть еще здесь вот такой
Кондиционер тоже есть, потолки тоже высокие. Давайте начнем здесь. Мы отдельно кухню показывали. Я очень люблю время проводить, где кухня, друзья. Короче, вот здесь это перехожий, главный выход. Здесь есть выход и дверь достаточно качественная. Посмотрите, очень тонко, вот такой. И здесь есть Wi-Fi, интернет тоже есть, друзья. Короче, все готово. Вам нужно тоже только купить ковры. Ковры нету. И здесь гостевая комната. С вами заходим. Дверь очень красивая. Такой стильно, друзья. Посмотрите. Вармсен. Вот такой. Здесь еще есть кондиционер, друзья. Это для балкона. Просто зима здесь поставили. Еще очень большой плюс, что балкон застеклена. Я вам все покажу. Здесь есть еще огромный большой телевизор. Еще здесь панорамное окно, друзья, вот такое открывается панорамное окно. Посмотрите, огромный большой окно здесь. Вот такой огромный большой панорамный вид на море, вид на гору. Так что очень большая квартира, 139 квадратный метр. Еще есть здесь такой красивый, хороший занавес. Помнишь, можно по-близски? Я очень люблю ткань и особенно качество ткани. Вот это очень качественно. Мы сами это обставили. Так что и здесь есть вот такой огромный, большой, длинный, широкий балкон, друзья. Действительно, большая квартира и вид потрясающий. Тихо, спокойно. Место район Демирташ, друзья. Район Демирташ тоже уже развивается, стройка идет здесь много. Это сторону новый аэропорт, поэтому это перспективный район, друзья. Здесь есть вот такой дверь. Посмотрите, дверь и двойное стекло. Итак, давайте мы с вами продолжаем посмотреть. Еще очень красиво. Как-то красиво. Хочется больше и больше хвалить, друзья. Стой там, стой. Здесь длинный, вот такой длинный коридор, друзья. Посмотрите. Эй, слышно, да? Слышно? Да. Дуэлер? Вот, дуэлер, да? Слышно. Очень длинный коридор, друзья. Вот эта штука. Можно? Вот эта штука как-то выходит. Она автоматически горит. Просто как-то никто не ходит, не горит. Это автоматически горит. Вот такой фишка тоже есть здесь. Здесь уже детская комната. Мы с вами попали. Детская комната и кондиционер здесь. Тоже есть каждая комната, свой кондиционер есть. Давай, аппараты за мной. Шкаф тоже есть. Так что красивая детская комната тоже достаточно красивая. Вот видите, детская одежда есть. Так что это не выходит стоимость, между прочим. Давай, здесь общий санузел. Посмотрите, пожалуйста. Тоже длинный большой общий санузел. Здесь такой красивый, хороший. Как это, плитка есть красивый. Качество, между прочим. Качество. Видите, все работает. Все работает. Мрамор тоже есть. И здесь есть еще чамашир макинесы. Чамашир макинесы. Как будет по-русски аппаратор? Чамашир макинесы, как будет аппаратор, да? Женщина, вот для вас здесь зеркало есть еще, видите? Как будет по-русски? Чамашир макинесы, покажи тогда. Не мне покажи, иногда покажи, вот что здесь есть. Стиральная машина, повтори тогда. Стиральная машина. 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 И нервничай, синерленме. Вот язык можно так учить, надо практиковаться. Я столько раз практиковал в Киргизии, вы знаете, в Бишкеке очень много практиковал. Где-то мне позор был, где-то мне неудобно было. Короче, здесь не открывается, здесь кладовка. Там личные вещи есть, видимо. Здесь кладовка есть, еще здесь родительский санузел. Вот здесь родительский санузел. Тоже все есть. Два санузла есть. Общий санузел и родительский санузел. Теперь мы с вами, где родительская комната. Здесь тоже огромный большой шкаф, друзья. И еще кровать. Видите, большой кровать. Еще здесь тоже застеклено балкон. Открой. Открой. Здесь тоже застеклено балкон, друзья. Достаточно балкон. Здесь вид на гору. Там, где мы с вами были, зал, там вид на море. Видите, где мы с вами были. Давай, заходи. Вот так. Вот, вот открывается, видишь? Все, вот вид на горы, чистая экология. Напротив, где флаг, там есть ресторан, друзья. Вот там очень красиво, хорошо. Кухня, турецкий ресторан. Так что
Друзья, что мы с вами смотрели? А, между прочим, хочу... Можно еще поворачивать? Давай, поворачиваем, дуэлим. Хочу показывать вот это место тоже. Смотри, здесь тоже есть маленькая кладовка для кондиционер, комната, чтобы вид не испортить, чтобы шум не был. Что мы с вами смотрели? С вами смотрели 2 плюс 1 отдельная кухня, 139 квадратных метров, друзья. С мебелью, с бытовой техникой продаются. И есть еще гардеробное место, все балкон засеклено. И район Демирташ, город Алания, друзья. И вот такая место, и вот такая атмосфера здесь. И какая стена, конечно, стена. Какая стена? 65 лир. Айдат не кадар бурда? 100 лир. 100 лир, айдат. Айдат 100 лир. Так что... И 65 тысяч евро. 65 тысяч евро сейчас в данный момент, друзья. Возможно, потом меняется недвижимость в Алании. Очень быстро дорожает. Почему? Потому что много людей приезжают, покупают. Особенно в последнее время казахстанцы очень много покупают. Почему-то не знаю. Так что, друзья, еще раз напоминаю. У меня сегодня для вас информация. Теперь... Если вы хотите получить турецкое гражданство, можно еще немножко дальше, это слишком близко. Так что, если вы хотите теперь получить турецкое гражданство, друзья, минимум за 500 тысяч долларов, друзья, не 250 тысяч долларов, теперь за 500 тысяч долларов. Раньше было за 250 тысяч долларов, теперь 500 тысяч долларов, так что это уже официально объявили, так что кто успел раньше получить гражданство, пожалуйста, вот, я вас поздравляю. В Турции всегда так будет, в Турции развивается, всегда будет дорожать, это хорошее в самом деле. Друзья, еще раз напоминаю, в Казахстане будем, кто из вас смотрит из Казахстана, можем там с вами встретиться и поговорить, как можно правильно приобрести здесь жить и купить недвижимость. Друзья, пишите, звоните через Viber, WhatsApp и Telegram. Всем удачи, пока-пока.